Следы взрывчатки обнаружены на останках пассажиров самолета компании Egypt Air, разбившегося 19 мая в Средиземном море. Об этом сообщило в четверг Министерство гражданской авиации Египта со ссылкой на Следственную комиссию. Это означает, что найден криминальный след и дело передано в Генеральную прокуратуру. Предстоит выяснить, где именно попала взрывчатка в самолет. В парижском аэропорту Шарль-де-Голь или во время предыдущих остановок в Тунисе и Эритрее. Аэробус А320 направлялся из Парижа в Каир. На его борту находились 66 пассажиров и членов экипажа. Лайнер исчез с экранов радаров примерно за 35 минут до предполагаемой посадки в международном аэропорту египетской столицы. В поисковых работах приняли участие специалисты Египта, Франции и Греции. Место падения лайнера было установлено в середине июня. Оба черных ящика удалось найти и поднять на поверхность. Их восстановили во Франции, а затем вернули в Египет для расшифровки. Все находившиеся на борту самолета граждане 12 стран погибли. Обломки лайнера и некоторые личные вещи пассажиров были обнаружены позднее в Средиземном море в районе греческого острова Карпатос.